И всем привет. Вот мы вернулись в игру. О, блин. Приехали студенты. Еще, о, еще кликуша. Осторожно, справа. Все, усох студент. Молчи. Алло. Куда это вы пошли? Пс, мы тут. Заметили. О, все, вроде бы так Рикуша не успела крикнуть. Да, не успела позвать. Из-за этого огромного количества костров. Но они скоро прогорят, относительно скоро, конечно. А там зайка был, кстати. У меня есть место на мясо? Нет, на мясо места нет. Надо идти разгружаться. Свинья сразу в печку положу. Ага, потом по ключу переплавим. Алоэ крем. Так, кроссовки я сюда положу, если хочешь, вот возьми эти кроссовки. Чуть-чуть тело. Гильзы. Дробь. Перья. Запчасти. Так, может быть, отмычки все забрать с собой? Ребята. Только где они? Где-то были. А, вот вижу, нашел. 23 отмычки, слушай, можно даже полицейскую машину попробовать скрыть. По идее, должно хватить. Так, еще там с велосипедом. Надо позабирать. Хлам. Там где-то заяц был. Забрал легендарную еще запчасть. О, смотрите, доллары я возьму с собой, да? Продадим их. Какие? Ну, то 42 доллара есть. Вот посмотри себе одежду какую-нибудь, может тебе что-то подойдет. Выложу. О, 5 штук, слушай, легендарных уже. Вот из хороший мод этот вот. Модификация расхититель могил в лопату. Быстрее копать. Так, мне надо починить обувь. Вот туда полез. Вот эти починить надо. Не тем чинился. А, ну такие что ли? Да. Я думал, эти, а вот и нет. Ну ладно. Неважно. Так, доллары с собой взял. Продадим этой торговке Джейн. А там еще алмазы были. Давай алмазы продадим. Или они для чего-то нужны, я что-то не помню. Там эти рецепты есть. Модификация алмазного напыления. Да, оставим. Не, там какие мы читали там уже. А вот же книжки вот эти. Ого. Это можно все на продажу взять. Сейчас получить дополнительные очки навыка 5%. Раунд тяжелой брони. 9,9 лучше, чем у меня. Прикид ботана. Так, что у нас тут? Огород я пересадил нормально.
Так, зайка, 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 я за зайца забыл, он там где-то был. Да не обманывайте, вот там был заяц. Вообще-то они могут исчезать, наверное, да? Животные. Не знаю, да, наверное, я вообще не в курсе. О, не, есть, не исчез. Сейчас мы его отоварим дубиной по горбу. Вот он. Блин, увидел меня. Стой, 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 стой. Так, велосипеда все забрала. Я пока опять что-нибудь найду. Не ушел. Не ушел. Он пытался, но у него ничего не вышло. Все, возвращаюсь. А может еще кто-то есть? Нет. А что в сумочке? Дубина 5 уровня, такая же, как у меня. Тебе не нужна же дубина, да? Не-не, я вообще дубинами не умею драться. Так, надо смотреть гнездышко. У нас яиц просто уже практически нет. Там 2 яйца осталось и все. Ни о чем. Опа, коробочка. Коробочка. О, клей, пластик. Клей, нужное дело. Может, на этом пенечке мне обломится медок? Нет. Не обломался медок. О, слушай, еще один пенечек. Я прям по твоим следам еду, странно, пеньки нахожу. А конец прорисовывается. А, ну да. Блин, все равно не дали. Блин, ты смотри, он восстановился в тот момент, когда я выпустил стрелу. Да ее что иметь? В ножку попал, а нет, не в ножку. А чуть не побежал, не понял. Ты же в Феррари, что ли, был? А, не, он, когда у него здоровье мало, они начинают типа бегать. Прокачка никому еще не мешала. А в этой сумочке что? Слушай, каска. Спецназовский шлем 2 уровня. В сумке лежал просто. Нормально. Подожди, а что у меня на башке надето? Ага. Обмен и покупка. А тут 4% привлечения и оглушения. Ранг брони даже получше. Ладно, пока. Пока едем же к торговцу. Там что-то продам. Чтобы потом шапку не... А то забуду шапку поменять. Угадаться страшно с машины. Ух ты, сколько машин. А, вон, вижу, ты там зомбак выскочил. Это Феррал, походу. Угу. Да, ну тут вообще что-то ушло. Вообще. Все. Отфералился. Вот здесь, в общем, 2 полицейские машины. Ага, давай я попробую вскрыть хоть одну. Ладно, сейчас... Я вряд ли не получится, да я хотя бы хоть один раз прокачаю этот навык взломщика этого. У меня вроде очков дофига. Я их вообще не тратил уже давно, надо было или на дубинку потратить, или на что, или на автомат, не знаю. Слушай, с первой отмычки открылась. И что там? Не знаю, не смотрел еще. Ну куда я позорю? Ой, елки-палки, автомат 4 уровня. Серьезно? Сейчас тебе... Там автоматы с трубы 4 уровня. Иди же, пассатижи. Да. А какие патроны он использует? А, здесь уже 150 миллиметров. Ну, в смысле, 762. 34, а этот мой, который калаш, где он? Чай из золотарника. Этот намного мощнее, то, правда, моды есть 2. Да нет, это фигня полная. Ну, подожди, давай, все-таки модификация я переброшу в него. Да проверю.
40, а тут 44 был, не. Да как это примитивно, всегда будет хуже в любом случае. Так, давай сюда моды эти. Я, короче, его можно продать? Да, его можно продать, тогда оставлю пока его. Конечно, можно продать его. Что здесь стоит разобрать, так это обязательно нужно колонки разобрать. Ох, там стали. Но с них стали 6 штук здесь. Ой, сначала надо было обыскать, топливо забрать, а потом раскручивать. Потому что тигель нам еще не скоро увидеть, мы увидим. Это не лутается, но сталь-то все равно есть. 5 стали. Уже есть. 7 стали, отлично. 8. О, нормальная тема. А ты книжные эти вот не проверяла? Тут еще 4 колонки. Бумага, блин. О, книжка какая-то. Волки, волки. Распространение хищника опаснее. Стая урона волкам на 10% больше. Во, это нормально. Только. Заперто. Заперто. Ой, блин, я сломал эту мычку. Ну ты молодец. А, вот приглашают сюда, типа заходи. Под потолком пространства, ага, там может быть и зомби. Так обязательно. Ага. Херал. Пыжу. Пыжилась, пыжилась. И просто помирал. Тряпки, серьезно. Стиральную машину что? Тоже тряпки. Интересно, сколько там с них падает? Чьи перчатки? Перчатки бродяги. Перчатки бродяги? Угу. Урон от облучения. Это что такое? Облучение? Просто. Что за бродяга? Типа смотри, пожалуйста, пока не попали. Цена продажи 94. А у нас же такие есть. Там ты нашла две штуки. Это третья уже. Они все разные. А, они все разные? Разные. Да. А, параметры у них все разные, понял. Да. Ран тяжелой брони. Слитков стали, но мало вообще, отлично. У меня, если что, есть 4 ремонтных набора, я нашла. О, вот это у тебя везет с лутом. Ну я как бы да, пошу не жалуюсь. Части брони. 12 кусков. Железо. Уже подтянулись на стоянку, смотрю. Зомбячка упала в коробку. Бух, ты меня испугала. Ну посмотри. О, в той этой кабинке в средней. О! Блин. А ты куда пошла? Аккуратно. Ты можешь там аккуратно этого плевуна снять? Луком давай. Я отойду, чтоб тебе не мешать. Не разбудить его. О, копа. Видишь, ага, видишь, та плюна. Промахнулся. Взорвался. Нормально. Вообще не промахнулся, попал мне, но он... Он даже не... Короче, надо идти туда. Здрасте, тетя. Ой. Ты там помал?
Какая дубинка такая страшная. Затыкал ее ножом. Так, вон тут студент идет. А ну и ори. Слушай, по одному удару все умирают. Так повезло. Опа. Сыпется сверху. Ударил меня, козел. Всякий хлам, просто хламище. Да. Тряпки да тряпки, тряпки да тряпки. Алло, пластик тряпки, дайте что-нибудь путевое. Денег нету, ничего нету у них вообще. Нищеброды какие-то. Нищеброды, самые настоящие. Вон там. Блин, бумага. Я думал, будет вода. Только бумага. А, так они с улицы откуда-то вышли. Зашли с улицы. А, кубежу достать не могу. Жадность давит. Так, вон еще на второй этаж есть какую-то лестница. Второй этаж. А ты тут уже внизу все пошарил, да? Да нет, я просто увидел с лестницы и помчался. А и... говорят, что костюмы могут быть заминированы. Ну, вряд ли. Раньше были, да. А сейчас вроде бы мне не попадали. По крайней мере. Ну, это не факт, что их нету, но... Не попадались просто. Зомбячка. Или зомбяк. Я вот так разбудил там, да? Наверху? А, они уже с улицы сюда, короче, двери ломают. Но не тысячу. Я сейчас обойду с той стороны, надаю им по шляпе. Да, просыпается. Сверху падает, как горох. Смотри, аккуратнее, я на улице. Копье надо хорошее. Нету. Так хорош падает тут на меня, блин. Бегу, 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 теперь обратно бегу. А, наверное, бежала там, где ты был. Ага, давай, давай, выходи на улицу как раз. Сейчас мы тут и встретим. Нам надо побегать вот там. Там, как обычно, забили. Надо баночку воды выпить. Дошла, шла, да не дошла. Разделись так. Еще, еще. Так, какое, интересно, какое копье могу тебе же сделать? Где оно там, копье? Это там не мешает, я стал в дверях. Да нет, нормально. Слушай, третья могу, у тебя третья, да? У меня копье четвертое я нашла. А, понял, ты еще, тогда я не настолько хорош. Я забрал этот кастрюльку. Если что, там где-то переночу, будет уже в чем воду перекипятить. Да-да-да. О, ну да. О, иди ко мне. Иду. Вот тут видишь, лут лежит. Ага. Ты пока может, смотри, это... я пойду зомбарей вынесу. А, наверху там они, да? Не-не-не, с улицы идут. На шум идут. Мы же там шумим, лутаемся, ломаемся, они на шум идут. Слышь, не трогай. Где? Это бронированное стекло, оно много у него. Сколько у меня там? 1000. Ну неплохо, 1000. Стульчики.
Лена что-то выкидывает. Я просто уже... У меня... Вот смотри. Нет. Может возьмешь себе эту шапочку? Вот эту спецназовскую. Шлем этот. Я посмотрю, ага. Ну параметры посмотри, наверное, что они лучше. Блин. Что бы еще выбросить тут? Блин. Так давай я что-нибудь возьму. Да, вот она, что-то возьми, пожалуйста, мне. Мне аж перегул страшный. Ой. Так. Особенно вот это хорошо. Простейшее второго уровня, спасибо большое. Это там все барахло разбирай, я разбираю, если барахло ниже моего уровня. Так, вот есть модификация стойкость. Может, оно вставляется в кепку, по-моему. В кепку. У меня там стоит, знаешь, что? Да, модификация стойкости у меня стоит. У меня ловкость стоит. Угу. В кепке. А в сапогах ничего. А там этот обувь, может там две? Нет, одну модификацию. А в перчатке может что-то влезет? Нет, тут ничего нет, но ничего не влезет. А в грудь? Тут стоит мешочек. А все равно нельзя его ставить, вот, блин. Ну ладно. О, вот здесь много свинца. Буфет. О, персонаж захотел есть, надо покушать. Тут столько холодильника, можно это все поразбирать, а можно и не разбирать. Она нас не может. Сопротивление глушению, спецназовская броня. Угу. Оглушение это такая штука, блин. Бум, взрыв не можешь не двигаться, ничего. У меня так. Стоит получение опыта плюс 2%. Ой, о, хорошее это... дело. Это где-то шипит. Так. Шеф-повар. Фактор исцеления. Можно еще один. Ну, наверное, не знаю. Охотник. Собирайте больше мяса, костей и кожи. Может быть, один раз прокачаю. Ёж твою медь! Я себе стою, никого не трогаю. Такая подача мне сзади. Блин, я вижу там. Уже вижу, что горит там. Уже все, отгорелось. А, вот эту вторую машинку ты еще не вскрыл, да? А я ни одной отмычки не нашла. Есть, как? Есть, есть отмычка, все нормально. А еще велосипед ближе подведу. Подъеду. Так, пробую. Так, я же хотел посмотреть это. У меня... Где там отмычки эти прокачиваются? Вот взломщик. Давай, ну хотя бы. Пробую. Восемь секунд. Семь, шесть, пять. Угу. Сломалась. Я слышала. Сломалась. Ура! Открылась. Я открываю машину, тогда смотрю, что там. Патроны, сок. Вообще, лут такой себе. А за это полицейская машина, я тебе разберу. Движок выпал.
У нас движков уже очень много. Их не пропало. Собака! Собаки! Собачий день! Отлично. Еще есть? Да, подо мной еще две. Все, 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 все. Вот это номер, блин. Добрякали, достучали. Ага. Не, это после орды всегда собачий день. Приходят собаки. А у тебя мясо не входит? Я не знаю, что-то с меня сыпется. Не тебя, так собак. Так, это кости не они лезут. А, ну их нафиг, у нас их дома. Ну, кости нужны для этого. Для клея, как бы. Тухлятина нужна для этих, для... Ну, хотя это понятно, она много где идет на еду и на грядки там. Да, на все надо. Я тоже тогда было после орды, приходят собаки, получается. В прошлый раз тоже так было. Что-то с меня сыпется. Дробленый песок. Не рановато ли песок? Так, инвентарь заполнен, говоришь. Надо ехать сюда. Да, надо ехать. Мы тут задержались. У меня два двигателя выпало. Отлично. Так, Джей у нас вон там. Сейчас продашь ей. Чтобы не таскаться с ними. Угу, таких хлам продадим. Да не, еще, она еще не скоро закроется. Копченый он ходит. Курица вон. Курочку вижу. А, блин, у меня не некуда ее... Её... Да, некуда ее взять, это. Курочка, живи пока. Погнали. Угу. Погнали. В церкви обустроилась Джейн. Короче, тормозника. Я тебе сейчас все скину. Так, вот это, вот это, вот это. Если у меня есть место. Продать надо ей. Сейчас, подожди, я ей сфоткаю. My favorite customer. How are you? Мой любимый этот вот клиент. Как, говорит, дела? Ничего не лезет вообще. Забери все. Я сопродамся. Ага, хорошо. Jet, Stimpaks, and now Radex? No, you got the wrong store. Так, 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 так. Вот это остается. А, двигатель продадим, да? Да, да, да. У меня еще два дома еще есть, так что все в паре. Да мне-то особо-то и продавать ей больше нечего. Это дади ко мне, я тебя сейчас докидаю. Освободил место? Ну, чуть-чуть освободил, да. Вот это, вот это продаю. Все, 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 пока. И модификатор продаешь этот? Конечно. Так, что там еще? Вот колесо, два штуки. 770 монеток. Так, секунду, еще давай. Давай. Мне тут хорошо, светло. Это не лезет сейчас. Ugh, no Stimpaks. Thank you so much. Hey, come again. Да приду, приду. Вот сейчас я еще никуда не ухожу. All supplies sterilized. Расставаться не хочет. Слушай, она уже двигатель не покупает. Говорит, все, банан тебе.
Да, а если разобрать тогда их? A poppin' pills might have what you're looking for. О, за 30 штук запчастей будет механических, тоже неплохо. Угу. Может железо продать и пару этих вот слитков. Нет, есть. 31 монетку. Вот жадина. Ой, доллары еще возьмите. У меня 10 долларов еще есть. Долларов много не примет. О, кстати, доллары. Доллары же там должны быть точно. Думаю, что мне не хватает? Я же взял же с собой. Я побежал. Да куда? Ага, вот они, доллары. Автомат продам. У меня 12 слитков железа, если чё. И 13 стали. Но сталь-то мы не будем продавать, да? Нет, сталь нет. Чё насчёт слитков скажешь? Будешь брать? Ну, слитки железа могу это продать. Ай. Это она не берёт нормально. Там какие-то монетки будут, но все равно. Просто заодно. Железо не такое ценное, как сталь, потому что мы не можем его варить пока. У нас нету тигеля. А, у него нету тигеля? Но а я если я он есть, то он очень и очень дорого стоит. Looking to stock up on supply? Так, железо продаем. Есть. Баксы продаем. Ну, 1513 монеток. Не круто, конечно, но... Так, где у нее там тигель-то? Тигель есть, да, 14400. О, тебе скидку дает. Ну, а у меня шапка это. Да, 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 со скидочкой идет, а мне-то четко давала на 15 тысяч. Ага, мне чуть-чуть дешевле. Ждание берешь? А, да, не тупим. Так, есть работа. Так, очистят зомби 264 метра. Берем. You know. Oh, I would kiss you, but you know. Это говорит, я бы тебя поцеловал. Ну ты знаешь, это апокалипсис и все такое. Так, дверь за собой закрою на всякий случай. Нам надо пересмотреть какой-то домик, где мы это. Ночью переночуем. Mm-hmm. Желательно, чтобы на крыше. Вот это вот здание, вот, которое ты проезжаешь, вот, которое впереди тебя. Сумка ж. Там можно на крыше переночевать, так думаю. Какую-то шапку нашел еще. Вон там лесенка, да, есть. На лесенку подняться, да? Да, что? Там сейчас костер сделаем, надо камушек наковырять, сделаем костер. И недалеко от нее, да? Ну да, недалеко, действительно. Ты рядом с заданием, что к тому же. Угу. Так, лесенка. А, вон та лесенка. Сейчас нужны кубики, а дерево есть? Есть. А место есть? Есть. Так, это, кстати, заправка. Хорошая штука, заправка. А зачем я кубики делаю? Ладно, пускай будут кубики. О, копченый идет. Привет. Я пока. Тебя, в общем, жду. Да-да-да-да, иди. Сейчас попробую как-то построить лесенку на стенку. Так, какой-то. Да, там уже проснулись они внутри. Он сейчас хоть дверь проковыряет. А, плевон, гадюка. Вот ты, ну ты. Он одним плевком разнес. Просто одним плевком разнес. Да? Угу, дверь. Посмел. Ой, а я ж... Умазала. Живая? А ты тут занимаешься этой ерундой. У него там что-то выпалило. Это кости с него выпалило.
Я не буду подбирать даже. Фух. Какая мерзость. Я тогда подумаюсь наверх, поставлю там костер. Я не активировала задание. Ничего страшного, мы сейчас облутаем здание, обнесем его. Потом еще раз. Так, возможно, наверху будет птица. А крыша большая, слушай. А мы можем там блок притязания поставить? Или не будем рисковать? А, вижу птицу. Сейчас, сейчас, да, наверное, можем. Ну, тот сбросится. Там есть нельзя бесконечное количество. Там, я дверь закрыла, там, походу, во дворе собака. Так. Ну, слушай, вроде никого нет. Я тут вроде как почистил. Лифт, сейчас никто не зайдет. Вот здесь вывалился студент. Тут кондиционер есть. Блин, я перегружена. Ну вот, я тогда сверху здесь поставлю костер. Вот тут вот. Такое надо еще сделать. А, уже сделал. Ставлю костер. Ставлю котелок. Во, теперь можем воду вскипятить. Дерево. Это отлично. Еще один дай. А нет, там тоже лишнее. И что-то, кстати, здесь еще можно вот яйца могу положить. Сюда же. Так. А лежит. Все. Бегу, 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 бегу. Я даже не могу запрыгнуть. Да ё-моё, она какая-то неубиваемая. Бегу, бегу. Не могу убить собаку. Уж сука, пуль в неё перевела, и толку нет. То за автомат, я вообще не представляю, что я это. Слышу, как ты стреляешь, да. Да, толку-то нет. Он проснулся и стоит, ладно, хоть меня не видел. Ох, тебя только что я телепортнуло. Это я. Там, короче, тихонечко подходишь, там задняя дверь. Вот тут вот присядки, и там собаку увидишь. Может, ты ее из скрытности. Так она разве не мертвая? Она была живая при мне. Ну, там девается. Наверное, уже, слушай, надо игру перезагружать. Аккуратно. Там во дворе собака или что-то ползает, там непонятно. Да нормально все. Через забор что-то там ползет, непонятно. Нашел, да? Все. Собака уже давно мертвая. Ничего страшного. Мы ее сейчас на мясо пустим. А внизу-то вас сколько? Ох ты ж, ё! Кто там? Ловушка там. О, туда падать не надо. Блин, осторожен, ты там под тобой прямо попал. Да-да-да, я понял, я сейчас луком их. Помоги. Вот они придумали. Засады. Так, умерли. Да, туда попадешь и назад не вылезешь. Тут тоже, по-моему, а, нет, тут лестница есть. Чтобы выйти. Тогда стрелы у них заберу. Вам-то не надо стрелы. Тут ничего нет, просто подъемник. Да ё-моё. Провалился. Ты провалился, да. Ага. А вот тут рабочий. О. Есть что лутануть. Коробочка. Так, книжечка. Лошадный изготовление инструментов переработки. Читаем. О, патрончики. 10 патронов. Ух ты.
перчатки спортсмена. Ты сейчас соцы берешь на подвижность, да? А кроссовки я дома оставил. Перчатки неплохие, третьего уровня. Уже третьего. Мы третьего, наверное, еще не умеем делать. Ой. Я там что-то умею делать. Тоже легендарный. Книжечку прочитал. Так, вот они. Перчатки спортсмены. Ох ты, бонус максимальной выносливости плюс 15. Ну это надо одевать. Угу. Тогда возьми вот эти вот перчатки, возьми вот эти вот, которые у меня были. Байкерские перчатки. Тоже вроде неплохие. Урон ближнему бою, ты ж копьем используешь. Если что, у меня место есть. Кстати, я еще шапку какую-то нашел. Добыча дерева. Шапка лесоруба. Правда, первого уровня, но. Да потом дома. Урон ближнего боя, это как раз много подойдет мне. Да-да-да. Чаточки, спасибо. О, крыша. А там нет ничего уже, все. Ничего там вот тряпки одни были, но. А, понял. То есть кондишн. Так, вокруг нас зомби. Угу. Сгущаются. Попробую сейчас отсюда их с луком поснимать. Перекинул сильно много. Не понял. Понял. Попал, я слишком высоко бросал стрелу. Блин, такой рандом, этот идет разброс, офигеть можно. Наверное, рядом попал, что они зашевелились. Так, ладно, надо. Я выйду туда, их избавлюсь от них. Время много уже, скоро они бегать начнут. Не успеем зачистить. Тогда давай. Да, уже. Ладно, я их попробую сейчас быстренько. Блин, не попал. 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 Все. Избавился от них. Пойдем активируешь. О, смотри, вон зомбарь идет. А, заметил, уже поздно. Все, активирую. Дюн-дюн. Бензоколонка, крутим. Где? Плевун. Из меня что-то вываливается. Свиток стали, конечно. Ух ты, ух ты. Одним ударом просто военный сносит двери. Ой-ой-ой-ой-ой. На тебе по колено. На тебе по второму. Чтобы не вставал. О, что-то... А, это ты. Я думал, это сумка. Найс. Где собака? Собаку сейчас уберем. Аккуратно. Или собаки нет? Тут еще двое. Блин. Выносливости нет. Все, я. Набито, я даже прыгать не могу. На крышу мне не залезть, и вот. Я не смогу запрыгнуть. А, из-за выносливости? Давай мне побросай что-нибудь. У тебя, наверное, есть железо. Свинец, наверное, есть, да, железо есть. А масло, наверное, есть, да? Будет. Бензин полно. А что еще можно? Слитки можно скрафтить. Слитки. Скрапнуть, то есть. Я даже не знаю, мелочь. Яйца у тебя есть, яйцо? Если нет, то я возьму. Я вроде собирал, только я не помню, где. Может, он на велосипеде лежит, я не помню. Ага.
ты глину подбирал, нет? Если хочешь, можешь выбросить ее. Есть глинка. О, шустрая. Еще 120 бенза. О, туалет, сортир. Туалет типа сортир, да? Да-да-да. Объект М. О, слушай, ремонт, ремнаборы. Две штуки. О, да ты все дышишь, там что? Удачные. О, вот это. Блин, промахнулся. В кишки тебе эти. Торчат у него такие мерзкие эти кишечки. Куда ты полез? Он по ступенькам полез. Да блин. Но в голову попасть не попал. Все. Задание выполнено. Ой-ой. Все валится. Я стрелы заберу. Ну и подойди, пожалуйста, ко мне подойди-ка. Угу, дойду. У меня все до талого забито. Я кое-что хочу накидать. Так, вот это посмотри, вот это посмотри. Вот это твою и вот это. Что тогда не лезет? У Подожди. Тебя еще плюс ремнабор еще есть, да? Да. Вот ремнабор еще. Эти штуки не лезут. Можешь... Тряпки мне сбрось или механические части. Тряпки. Ага. Что там у тебя пластик есть, да? Синтетический мусор, да? О, влезло. Влезла, все отлично. Он а вон там дальний ящик посмотрел. Пока нет. Ой, 10 патронов. Ё-моё. Да мне тоже как 10 в прошлый раз дали. Не влазит? Все, все. Ох ты ж, ё-моё. Ты уже прыгать не можешь нормально. Все, ага. Еще одну книжку не прочитал. Нашла легенду. О, стоп, я еще книжку нашла. Давай. Держи. Вот это вот еще возьми, посмотри, что это такое. И у тебя есть легендарные части? Да, две штучки. Вот еще одну держи. Так, урон, бей, насмерть. Баксы есть? Баксы я продал. Можно. Но у меня место есть, еще один слот. А, ладно, погнали. Так, это какая-то... Байкерский шлем. 4% сопротивления глушения, ранг средней брони. Неплохой, кстати. Слушай, бери себе, у тебя перчатки есть, а теперь еще будет этот шлем. И давай я тебе его починю, потому что он в плохом состоянии. Во, новенький. О, электроинструмент этот. Он, правда, мне не влезет. Так, возьми тогда шапочку. Кепку, то есть. Это вообще где? У нас, по-моему, стрипер есть дома, да? Стрипер есть. Ну, если есть, то хорошо. В принципе, одного и надо. Достаточно одного. Да, одного достаточно. Мне нечего выбросить вообще. Я подберу то, что ты выбросила. Влезла. Я хочу спросить, у тебя патроны 19 миллиметров есть? 9 миллиметров, имеешь в виду? 9, ага. Есть, но у меня же 300 штук, они не влезут. У тебя стак получается. Подожди, тогда я выкину тогда камушки. Я выкину камушки и возьму. А дробовик? На дробовик патроны, да, 10 штук есть. Вот и что тебе, и вот эти, посмотри, если влезут. А гильзы есть? Гильзы нету. О, слушай, я их не видел. У меня есть. Как раз влезло все. У меня еще два места есть свободных. Вот гильзы. И что там у тебя еще? А, патроны, говоришь, 7,62 у тебя есть? Да. У меня вот три патрона не входят. Возьми мне. Понял. Так, влезли.
О, еще даже место есть, еще на одну. Побежали куда-нибудь. Мы не успеваем ждать? Нет, уже 10 часов. Угу. Скоро все. Там осталось чуть-чуть доехать. Да тут рядышком вон, соседний домик. На крышу залезем сейчас. Я там все сделал, чтобы на крышу. Не-не, дальше. Вот тут налево. Ты по камушку проехала. Так, сейчас что-нибудь засуну в велосипед. Ну-ка, давай. Оп, о, нормально так освободилось место. Я еле-еле педали кручу, у меня плюс 9 перегруз. У меня 7. Mm-hmm. Перегруза. Ну я ж покупал этот, плюс еще кармашек там один есть. Костер здесь вот. Птица. Да. Стервятник. Ага. Куда ты собрался? А ну иди сюда. Он на тебя пикирует. Блин, промахнулся. Быстрее натягивает эти. Да ну. Да, ты только стрелы только тратить. Пусть клюет. Куда-то улетел, а вон он. Ты достал, безмозглый птица. Да стой ты, блин, носишься, как сумасшедший. Все. Отлеталось. Ну вот, костерчик. Кстати, мяса нету, да? Можно было приготовить яичницу, но мяса нет. А можно яйца сварить, в принципе. А вот тут, а вот куда я яйца положил. Понятно. Хризантемы нету, можно было бы чай сварить. А я пойду и найду. У меня есть кофе. Одно, что с семечкой. О, давай. Сколько надо, чтобы себе кофе сварить? О, сейчас посмотрю. Чтобы кофе сварить, надо одно. Вот я выбросила. У меня еще одна картошка есть. А, так это семечко. Это нет, нет. А, это семечко? Да, то семечко было. Это именно и семечко не приготовишься. А, вот я. Я думала, это... Можем картофель приготовить. Правда, он будет печеный картофель такой. Ну, какой есть. Покушаем. Картошка, я пойду хризантему найду. А здесь растут в этом биоме? Да, походу, что не особо. Не вижу их вообще даже близко. Но зато он зомби лазит, это я вижу. Надо попробовать их поубивать. Из лука, да? Из лука, да. Он вот здесь крикун ползает, паук с этой стороны. С той стороны? Там где ты? Ага, где я стою. Понял. Сейчас попробуем этих снять. Блин, сильно высоко, наверное. Какой большой тут здесь город. Вообще здесь, наверное, есть книжный магазин. Ну, вот медицинский, медицина напротив. Да блин, я не попадаю. А, не долетела. Вижу. О, попал. Побежал он. Еще раз попал. Гад. Жалко, лифт не закрывается. К нам тут никто не залез. Ох, гремит у меня за окном. Гром. Что за гроза? Он там что-то ломает, этот дурик. И пусть ломает, до утра не доломает. Но зато нам вход сделает. Угу. Так, тут кондишн можно скрутить. Вот здесь вот видел, да? Паука. Сейчас посмотрю. Блин, куда он делся? Не прямо вижу. Здесь под нами где-то, значит, заполз. Как ты потом выберешься?
А у меня кубики есть. А тут кубики? Сломанные. Ага. Не вижу всё. Пока никого. Ну ладно, он нас не видит, мы его не видим. В принципе, нас это устраивает. А сумка лежит еще. Так, стопай. Стоп. Стою. Угу. Так, где она, где она? А вот она, почитай-ка. Так, почитай-ка. Почитай-ка, только вот не лезет. А, елки, ты что-нибудь выкинь, почитай, потом засунешь обратно. Есть, прочитал. Там что про броню. Угу. Так, зомби нас услышал, меня. Где-то зашипел. Смотрите, что здесь? Он, наверное, след нас потерял, потому что я уже не вижу его. Под тот, который долбил там стенку, его уже нету. Церквушку вот вижу. Угу. А там где Дженни? Нет, это другая церковь. Церковь, вон то, вот то ее церковь. Вот это просто церквушка. Помню, там в церкви неплохой лут был. Городок-то большой. В соседнем здании вот там что-то генератор работает, смотрю. На крыше. А-а-а. По кубикам, может быть, можно было бы перебраться. Кстати говоря, попробовать как-то. Надо там только кубики сделать. У меня 14 штук есть, надо. А, давай. Подожди, только я опять же. Сейчас я что-нибудь выложу. Будешь есть эту картошку? У меня их почти, я почти сытая. А тогда я съем. Угу. Так, давай. Попробую что-то сделать. Зомбарь шипит. Ого. Тут громахнуло. Так громахнуло. А, у вас там свет не выключает во время большой грозы? Не. Тречество. У нас бывает МЧС. Отключает свет во время большой грозы. Блин, я не могу поставить нормально, чтобы можно было кубик прицепить. Боюсь упасть. О, есть. Прицепил. Там на крыше что-то у них есть, да, на том здании. Аккуратненько, аккуратненько. Еще чуть-чуть. Эть. Так, эти несколько штук можно подремонтировать. Ага, дерева нет. Давай, 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 тебе кину. Только ты сюда подойди. Угу. Так, стой. Вот эти надо улучшить, которые я к стенке прикрепил, чтобы они, чтобы не держали. Угу. О, я даже сделал мне... Ух ты, чуть не навернулся. Вот это гром разошелся не на шутку. Тогда еще не дотягиваюсь, сюда не дотягиваюсь. Отлично, мы можем перейти. Хорошо. Зомбари. Есть, есть. Ой, там кто-то вообще. Это фералы. Да, ночь ведь, ночь, ночь. Из-за этого. Прыгай обратно. Нормально, нормально. Я вообще даже боюсь, надо что-то. Меня глушили. Автомат, пистолет. Заразили. Коленку поцарапали, заразили. Что надо тебе делать? Что надо тебе нужно? Что тебе? Фиральные они все. Так, ну, коленку я починю. Мед надо? Да, ну, один медочек. На, держу, я нашла в лесу. Все, забирай. Ну, спасибо, да. А то я, блин, что-то, как всегда, без меда поехал. А где он? А, вот он. Ем. Так какой там? На.
Возвращаю мед. Ну, оно того стоило, ну, наверное. Ну, сейчас иди посмотри, что тут есть. Жратва. Патроны 9 штук. 9 штук? Угу. Не густо. Буду с водой, брать некуда. Да что там? Баночку с водой. Надо забрать. Я уже забрал. Так, тебе кубики нужны твои? Ну так-то да. Возвращаю. Не полный, конечно, состав, который брал. Ага. А ты возьми, пожалуйста, книжки, а? Пожалуйста. Давай. Пока они не исчезли. Так, это я чит, это читанное у меня. Ну, это нет. Читано. А вот. Прочитай. Угу. Есть. Кушать надо тебе? Кушать? Вообще-то уже скоро надо будет, да. Но у меня есть яичница. Не, ну мне просто место надо освободить. А, вот ну... это вот сишка. Давай. Кубики положил. Сейчас я что-то не вижу. Куда оно что-то тропнулось? Банка. А, теперь вижу. А 9 патронов еще можешь взять? Да. Угу. Могу. Могу трубочки скрафтить, скрапать, то есть еще будет место. Вот еще трубочки, пожалуйста. Угу. Тут даже все. О, нормально, еще 2 кубика мне есть места. Что тебе еще предложить? Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию, так что всем спасибо за просмотр и всем пока!